Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 18 октября 2022 года, и я продолжаю наш цикл, который называется «С автора ожившей поэзии от А до Я». Из этого цикла мы будем делать антологию нашей замечательной ожившей поэзии. Это уже, по-моему, 88 или 87, точно не помню, выпуск. И сегодня вы услышите такие произведения на стихи наших соавторов. Композиция «Колокола», автор Геннадий Старков. Здесь только исполнение наше. Далее «Не говори, прошу красивых фраз» на стихи Любови Самариной. Здесь музыка исполнения Самуила Фрумовича. Далее «Везде». Не «Везде». Да, далее «Мне позвонил мой дед» на стихи Леонида Соколова. Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Далее «Не пробуждай воспоминаний». Музыка Петра Булахова, исполнение Самуила Фрумовича. И закончим мы сегодняшний маленький концерт композиции на стихи поэтессы Лунная Лисёна. «Любил ли ты меня, малыш?» Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Итак, начинаем наш новый выпуск из цикла «С автора ожившей поэзии от А до Я» с композиции «Колокола». Распахнутые двери, что можешь ты?
повисающую, моя родная, еще не верю, что опять со мной, без памяти шепчу, моя родная, сейчас кусая губы до крови, лежа в тени, двери отворяя, но никому колокола любви, колокола душе моей с тоской замираю, но никому колокола любви, колокола душе моей с тоской замираю. Спасибо за внимание. С вами был Самвел Крумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Колокола». Автор Геннадий Старков. Исполнение Самвела Крумовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт. Романс». На стихи замечательной поэтессы Любовь Самариной. Композиция называется «Не говори, прошу, красивых фраз». Музыка исполнения Самвела Крумовича из цикла «Ожившая поэзия».
музыкально-поэтическую композицию на стенах тюрьмы, в интернете, композиции в слухах, стихи Соколова, и да, музыка исполнения Соколова. Мне позвонил отец, погибшего и мне, и попросил, скажи, оставшись в стороне, этого я спас, что весь мой голос кормит, что славянских полей славянский сын убил. Он мне сказал, смотрю, отсюда я на вас. А если б не погиб, приказал вас за всех, сказал бы вам сейчас, что самый страшный грех друг друга убивать на собственной земле. Тем веселя врага и братья все. Огромный крестец, да, вижу я. Арена вся в крови моих отцов, земля. А среди стрибу лишь там вас заберут. Послушайте сейчас, лишь что вернул на внешнюю программу. Уже ощутил, что возврата нам, лишь вспомни свой сон и стал слезой в спине. Я все им передам, все плечи он своим, плечи родным. Твоя земля в огне, ты честность и опора, за души и умы. Мне позвонил мой отец, Сергей Соколов.
слушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» из цикла «Любимые песни», романс о жившей поэзии, музыка Петра Влахова, исполнение Самойлова Фомовича, слова неизвестного поэта. Не пробуждаю вас, Лена. Слушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт»
На стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы «Лунная Лисёна». Музыка исполнения Самуила Фрумовича, композиция называется «Любил ли ты меня, малыш?» Знойным солнцем пряной кубы, как мы.
салонного угара, но вдруг угасла твоя страх, когда закончилась сигара. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». «Любил ли ты меня, малыш?» Стихи поэтессы Лунная Лисёна, музыка исполнения Самуила Фрумовича. И на этом, друзья, заканчиваю сегодняшний небольшой концерт из цикла «Соавтора ожившей поэзии от А до Я». Это был 88-й выпуск из этого цикла. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Всем доброго. До новых встреч.